До недавнего времени я полагал, что проблема объекта на Менделеева 128/1 нашла свое решение при помощи муниципального застройщика. Но вот буквально на днях мне позвонили дольщики секции D Менделеева 128/1, рассказали, что дела у них совсем плохо, непонятно, ничего не решается, что на стройчасе докладывают о том, что их проблема практически решена, а на самом деле здесь ничего не движется, и более того, становится еще хуже. И вот сегодня мы попробуем поговорить с дольщиками об этой проблеме, встретиться с ними и понять, что происходит вообще с этой ситуацией, которая, казалось, вроде как благополучно разрешилась еще в прошлом году. Мы через 8 месяцев возвращаемся к истории дома Менделеева 128/1. И вот первый у меня вопрос, что изменилось за эти 8 месяцев? Двинулась ли куда-то ситуация? Напомню, что там, в июле 2018 года мы все радовались тому, что как будто бы была найдена схема, как выйти из этой тупиковой ситуации. Был найден МУП СЗН, городской застройщик, который должен был вот ваш дом достроить там, на каких-то условиях. Что-то изменилось за 8 месяцев? Ну, скажем так, ничего не изменилось. Нас недавно в январе всех жителей секции Д собрали МУП СЗН. Это Айрат Римович с рекоператором Денисом Владимировичем, и объяснили нам такую ситуацию, что по нашему дому им передали по суду секции ЖД, 4 секции, вот, они будут в первую очередь по суду выполнять свои обязательства, а по поводу нас, может быть, как-то они будут решать какие-то вопросы, какие-то составлять договора, что им нужны наши коммуникации. Вот по поводу коммуникации я задам отдельный вопрос. Я правильно понимаю, что в коллективной собственности вот этой секции находятся те коммуникации, которые предыдущий застройщик смонтировал, построил, и которые очень сильно интересуют тех, кто хочет сейчас на этом пустыре дальше строить дома, да. Но при этом за это они не готовы вам достраивать дом. Вот так получается? Да, так получается. На этом треугольнике технически невозможно по-другому провести коммуникации. Эти коммуникации вот подведены к нашему дому. А так как им нужно отчитаться по застройке этих секций, которые им по суду передали, они хотят наши сети. Они хотят, чтобы мы создали, значит, коллективное такое письмо, выбрали 3 человека, которые будут в дальнейшем с МУПом сотрудничать, и вот эти вот коммуникации как бы мы должны им как бы передать. Ну, насколько я понял из разговора, который состоялся вот с жильцами, потому что аудиозапись этого разговора, она существует, и из этой аудиозаписи я понял, что они не просто просят от вас письмо, они хотят, чтобы вы сформировались в какое-то юридическое лицо. Да. Которая им на законных основаниях предоставит возможность пользоваться этими сетями, а в ответ вы за это почему-то ничего не получаете. Ну, ведь вы же, получается, коллективные собственники этих сетей сейчас, получается, в итоге всей этой истории. Они говорят, что везде про нас разговоры идут. Значит, администрация города разговоры тоже ведет, то, что они, вот как Айрат Римович сказал, что через год, когда они сюда зайдут достраивать наши, ну, вот эти вот все секции, значит, они будут рождать какой-то документ. Но пока им сейчас нужны сети. Пока нужны сети. Ну, вам не кажется, что это немножко несправедливая какая-то формула, в том смысле, что сейчас вы даете сети, а потом когда-нибудь вам чего-нибудь построят? Поэтому мы сейчас начинаем бить тревогу, нам это все не нравится, жители все беспокоятся, то, что какая-то неразбериха полная творится, нас опять в очередной раз хотят обмануть, никаких договоров с нами не хотят заключать, ну, в общем, как-то все очень странно. Следующий вопрос тогда в связи с последними событиями. Вот с приходом новой власти вроде как все оживилось, и вопрос с дольщиками стал обсуждаться, в отличие от прошлых времен. Стройчасы, всевозможные там, значит, ассоциации, лишние люди и так далее. На вас это как-то отразилось, вот конкретно на вашем объекте? Писали в Гострой, но нам написали, что появились, оказывается, какие-то трудности по нашей секции, и что они решают, но так как мы не вошли по судебным делам, как бы с нами так вопрос и не решен, ну, отписки.
Ну, то есть новая схема взаимодействия с дольщиками как-то не особенно отразилась на вашем вот, на вашей ситуации, на вашем состоянии сейчас. Тогда еще один вопрос задам, уточняя. Вот вы, как обманутые дольщики, видите какую-то деятельность там вот этих ассоциаций, всякие там лишние люди там прочее, то есть они вам какую-то пользу приносят, или это только вот, ну, представительство там в Белом доме и все? Сложно сказать, мы не видим вообще никаких результатов. Понятно. В последнее время стало появляться достаточно много информации по поводу, ну, вашей секции в контексте вот, там, кооперативов, того, как это было устроено. Мы уже много говорили, что ваша ситуация, она отличается сильно от других ситуаций. Тут есть и кооператив, тут есть, значит, и вот это все очень бурное прошлое. 10 лет строится дом, да? 12, и вот 12 лет. Даже 12 лет теперь уже, да. И вопрос такой. Вот вас не смущает роль господина Диденко, который председатель вашего строительного кооператива, в том контексте, что... Оказывается, он председатель трех строительных кооперативов. Ну, кроме вашего, еще есть Летчиков, еще есть Гурьева, значит, и так далее, и так далее. То есть несколько адресов, где примерно картина та же, при том, что сам господин Диденко, ну, прямо скажем, мягко говоря, не находится в бедственном положении, является обладателем достаточно большого имущества и недвижимости, и родственники его тоже прекрасно себя чувствуют. А почему-то вот эти три кооператива, и в том числе ваш, попали в такую почти одинаковую схему и почти одинаковую беду, и вы эти вопросы задавали как-то ему, суду, там, может быть, правоохранительным органам? Писали мы письма и на Диденко, и задавали ему бесконечные вопросы. Он говорит, что он по документам чист, что якобы мы не придеремся к нему, что он очень грамотный, квалифицированный юрист и знает все законы. Но теперь не подходите, да? Да. То есть дело сделано и концы в воду. Понятно. Все умно. Не, ну мы понимаем, что человек квалифицированный. Я говорю о том, что, может быть, есть смысл, если у вас не хватает компетенции в этом разбираться, может быть, есть смысл обратиться там в правоохранительные органы, чтобы дали оценку его деятельности. Да, мы хотим сейчас обращаться в правоохранительные органы, во все, которые только можно. Если наши правоохранительные органы не в состоянии разобраться с нашей ситуацией на региональном уровне, ну тогда мы будем обращаться уже на федеральном уровне. Ну, ведь да, тут и дело в том, что, судя по тому, что ему становится известно, господин Диденко, он, ну, очень тесно сотрудничал и с вашим застройщиком Меркурием, и плодотворно, так скажем, сотрудничал теперь, я не знаю, в кавычках или не в кавычках, но плодотворно. И теперь получается, что ну, в итоге он теперь взаимодействует с вашим новым вот этим застройщиком, который как бы пытается не быть вашим застройщиком. Да, ну вот, как я знаю, он с ним разговаривает, и они ведут как бы какие-то разговоры, потому что он должен передать какие-то документы, какие-то сметы, какие-то вот эти вот всю документацию. И я так понимаю, что МУП СЗН не получил от него никаких документов, которые им нужны. И поэтому там они не знают, что делать, то есть то ли экспертизу. Вот, да, в этом разговоре как раз прозвучало, что если они не находят тех документов, которые были при прошлом застройщике, и которые как будто бы все-таки обязаны, наверное, иметь ваш председатель кооператива, да, тогда они будут вынуждены производить длительные дорогостоящие экспертизы, заново все оценивать, там, ну и так далее. То есть все это уходит в какие-то там совсем дальние дали. И вот как вы полагаете, это по вине Диденко произошло или мы по чьей вине? Мы полагаем, что точно не могу сказать, что прям именно по его вине, там, кто там связан, я не могу сказать. Но у нас там были 70 миллионов, которые передались именно с нашей секции. Так. И вот эти 70 миллионов, они куда-то затерялись. Вот так-то замечательно. Да, и сейчас, значит, Диденко нашел очень такой простой выход. Он включил в реестр эти 70 миллионов и передал МУП СЗН. И они вот как бы не знают, то ли там на 70 миллионов, то ли там на 30 миллионов. То есть они никакой оценки дать нам не могут. Сказали, что будут это все считать, пересчитывать. Ну, в общем, никакого результата в итоге мы не видим. 23 июля 2018 года мы снимали сюжет про этот несчастный Менделеевский треугольник. Менделеева 128/1. Здесь несколько секций. И самая многострадальная – это секция D, которая за моей спиной. Больше 10 лет люди ждут квартиры. Так вот, в прошедшем июле все выглядело так здорово, так радужно. Нашелся застройщик, муниципальный застройщик. Сейчас все построят, сейчас все будет отлично и так далее. Прошло 8 месяцев, и ситуация изменилась странным образом. Теперь вот этот МУП УСЗН сообщил дольщикам секции D Менделеева 128/1,
о том, что денег у застройщика нет, но от предоставленного в компенсацию за застройку участка, конечно, этот МУП не отказывается. И теперь сложилась странная схема и странное предложение. Дело в том, что на этом несчастном треугольнике нет возможности добавить сюда коммуникации, иначе как подключиться к тем коммуникациям, которые заложены вот в этой самой секции D Менделеева 128/1. И МУП СЗН, судя по разговорам с дольщиками, просит их передать им эти коммуникации, дать возможность к ним подключиться и дать возможность начать здесь строить. Но при этом этот МУП говорит, что достраивать сейчас секцию D он никак не может. И может быть, через год, как выразился метко руководитель этого МУПа, мы родим какой-нибудь договор. Ну, на мой взгляд, эта схема очень сильно отдает каким-то недобросовестным подходам, мягко говоря. Потому что ничего не гарантируя жителям, дольщикам этой секции, МУП СЗН пытается забрать у них последние, а именно вот эти коммуникации, которыми они коллективно обладают. Не давая никаких гарантий, не давая никаких письменных документальных обещаний, все это очень сильно похоже на какую-то слегка лукавую схему. Кроме всего прочего, конечно, большие вопросы вызывает роль председателя кооператива, который здесь был сформирован еще при застройщике «Меркурий». Я и говорю о Сергее Николаевиче Диденко, который, как выяснилось, является председателем кооператива не только в этом недостроенном доме, но еще в двух кооперативах, которые постигла примерно та же участь. В одном из этих кооперативов против Диденко возбуждено было уголовное дело. Странная фигура, человек, который, как я предполагаю, вполне себе благополучно себя чувствует в материальном смысле, в отличие от всех прочих членов этих трех кооперативов, но который находится в каком-то странном взаимодействии раньше с этим «Меркурием», который всех кинул, обокрал здесь, и теперь руководитель этого «Меркурия» сидит в тюрьме, а бухгалтер этого «Меркурия» убит при загадочных обстоятельствах. А теперь этот господин Диденко, я так понимаю, находится в каких-то определенных странных отношениях уже с новым застройщиком МУП СЗН, и между ними происходят какие-то взаимоотношения, какие-то взаимодействия. Появились планы о том, что за государственный счет будут расселены здесь вот эти бараки, вот эти ветхие дома, освободятся территории, и начнется здесь бурное строительство. И в процессе этого всего почему-то совсем не упоминается секция D, за счет которой, собственно, этот МУП СЗН сюда и зашел. Складывается ситуация, когда благодаря бедственному положению вот этих людей, которые не получают квартиры в секции D, МУП СЗН получает участок для застройки, а теперь этих же жителей отправляет за борт ситуации, объясняя им, что у них возникли какие-то юридические проблемы. В общем и целом я хочу отметить, что эта история, она в одном ряду с остальными брошенными долевыми объектами Уфы и Башкирии, которые совершенно не упоминаются на всех этих стройчасах, которые находятся за бортом интересов всех вот этих вот представителей дольщиков в Белом доме. К сожалению, я так понял, что Хабиров потерял интерес к стройчасу и на последнем стройчасе уже его вел вице-премьер Абдрахимов. Судя по всему, заточенный на выборы Хабиров теперь уже понимает, что тема обманутых дольщиков вовсе не является для него выигрышной, и он будет стараться от нее куда-то отойти. В общем, конечно, вот конкретно на этом примере этого объекта мы видим, насколько неплодотворными оказались усилия последних 5 месяцев со стороны республиканских властей в отношении решения проблемы долевого строительства.